продолжим коротко обо всем. Выходные в Майдановском парке отметили шутливый праздник – День одуванчика. В программе спортивные соревнования, фотовыставка, мастер-классы и ярмарка. А также пели и танцевали студия «Конфетти», «Гармония» и солистки из Новощапова. Усадьба Демьянова стала дивом России. Видеофильм «Клинские библиотекари» – лауреат второго всероссийского фестиваля-конкурса удивительных мест нашей страны. С днем рождения, Слобода! 1500 сельчан отметили праздник в родном клубе. Здесь чествовали новорожденных, новобранцев, старожилов, спортсменов, активистов и творческих жителей поселка. А потом был концерт и дискотека.